Конденсор в Казерстане уничтожен, и врата недоступны. Теперь только у нас есть доступ в инфрамир. Перед нами открываются новые стратегические перспективы. Мы запустим новые программы с целью поиска источников энергии и разработки вооружения. Мы уже знаем, как привязывать существ к солдатам, и это только начало. Это гораздо важнее, чем ядерная гонка и освоение космоса. Мы обнаружили новый мир, и теперь мы его покорим. Это начало новой эпохи для нашей страны. Диалог с Пентагоном не склеился. Они там уже обсуждали планы захвата мира. Решила не мешать. Мы в этом участвовали. Они сказали нам, что так надо. Но мы добились лишь того, что теперь они одни контролируют инфрамир. Куда ты теперь? Уеду как можно дальше отсюда. Постараюсь забыть о кошмаре, каким была моя жизнь. Ну, а ты куда? В ЦРУ обещают сладкую жизнь. Высший эшелон, гольф, дорогие тачки. Я пока им ничего не ответил, но стоит подумать. Слушай, Джонни. У нас с тобой все было сложно. Я совершил не одну ошибку. Может, попробуем заново? Начнем с чистого листа. Мы с тобой столько всего пережили вместе, вдруг получится. А как же Айден? Я привыкну. А Айден привыкнет ко мне. У нас есть... кое-что общее. Мы оба тебя любим. Можно рискнуть. Больше всего я хочу, чтобы ты была счастлива. А прошлое забылось. А, вот ты где. Нейтан тебя ищет. Ну, пойдем-ка к нему. Пока, Райан. О, знаешь что? Я тут припас бутылочку хорошего виски. Разобьем. От виски не отказываются? А, я скоро буду. Идем, Джоди, Нейтан ждет. Славный парень. И ты ему не безразличен. Знаю. Просто мы с Айденом такие странные. Непонятно, что из этого выйдет. Вот мы и пришли. Позвони мне, как закончишь. А? Что бы он ни сказал, осторожно.
Простите. Джонди, я так рад, что ты цела. Я свое слово сдержала. Очередь за ЦРУ. Ну, с точки зрения ЦРУ, тебя больше нет. Ты теперь Элизабет Норт. Новая жизнь, новое имя. $500 000. Это за твою работу. Начнешь новую жизнь. В моей новой жизни? Я не хочу никаких напоминаний о старой. Джоди, пока ты здесь, я хочу тебя попросить. Когда моя жена и дочь 15 лет назад погибли в аварии, хотел жить. Я плакал. Бился башкой о стены, спрашивал себя, за что, за что? Почему они? Я не мог больше обнять их. Эта рана не заживала. Но я встретил тебя. И вдруг понял, что они все еще здесь, со мной. Просто я их не вижу. Правительство дало мне все, что нужно для изучения инфрамира. Их интересовало военное применение. А я хотел вновь увидеть семью. У меня ушли годы. Но, наконец, удалось создать вот это. Девочки мои. Хелен. Лора. Родные. Прихожу к ним каждый день. Скоро мы будем вместе. Я готовлю новый конденсатор, который позволит нам общаться с духами. Беседы с умершими. Представляешь? А зачем тебе я? Ты поможешь поговорить с ними? Я хочу их услышать. Хочу рассказать, что делаю. Конденсер не закончен. Только ты на это способна. Нейтан. Нейтан, они умерли. Теперь они в инфрамире. Оттуда их уже не вернуть. Прости, я не могу помочь. Я не слышал их уже 15 лет. Со дня, когда их голосом говорила девочка. Ты. Умоляю, Джоди, прошу тебя. Дай мне руки. Ах.
Прости нас, Нейтан. Нам больно. Дай же нам уйти. Дай нам умереть. Нет. Врешь, блядь. Кэлен так не могла сказать. Ты держишь их здесь. Их разрывает меж двух миров. Ты все врешь. Неправда. Они любят меня. И снова хотят быть со мной. Они страдают, Нейтан. Если ты любишь их, если правда любишь, то должен отпустить. Смерть не обманешь. Не обманешь. Смерть ничто. Поняла? Ничто. Прощай, Нейтан. Отпусти свою боль. Здравствуй. Здравствуй, Джоди. Ты поставила нас в трудное положение. Тебя нельзя отпустить. Убить тоже нельзя. Кто знает, кем ты станешь. Выход из этой ситуации лишь один. Мы введем тебе нейротоксин, который погрузит тебя в вечную кому. Тот же, что ввели твоей матери. Простое и элегантное завершение нашего сотрудничества. Прощай, Джоди. Мы всегда будем тебе признательны. Решение было у меня перед носом. Помоги мне. Я осуществлю мечту человека. Теперь больше никто не умрет, больше никто не лишится близких. О чем ты? Защитное поле. Я его просто отключу. Инфрамир заполнит наше измерение. Жизнь и смерть вместе в одном мире. На той стороне не только души. Там смерть. Я победил смерть, Джоди. Все теперь будет хорошо. Ты что, не веришь мне? Все будет хорошо. Слаб, Айден.
придумай что-то. Помоги. Скорей. А где же остальные? Винс и Ник? В увольнительной. Полагаю, валяются где-нибудь на пляже. Везунчики. А мне тут надо пару писем отослать. Надеюсь, ты не возражаешь? А потом приступим. Конечно. А? Защитного поля. Айден? Это ты, Айден? Это не смешная шутка. Чего ему быть? Что, Айден? Где Джоди? Где Джоди, Айден? Веди нас. А дальше? Сюда. Вон там. Ехать на лифте, так? Разберусь. Я вас слушаю. Коул Фриман, у меня допуск третьей степени, он сам. Простите, мистер Фриман. У вас нет разрешения для входа на этот этаж. Может, в виде исключения? Коллега хотел посмотреть. Простите, но это зона четвертого уровня секретности. Вам доступ запрещен. Сделай что-нибудь, Айден. Стол 42, слушаю. Алло. Готово. Думаю, вы ошиблись. Проверьте еще раз. Коул Фриман и Райан Клейтон. А, точно. Вижу вас в списке.
Простите меня. Проходите. Спасибо. Быстрее, Айден. Веди к Джоди. Дальше. Туда. Джоди здесь? Джоди. Нейтан хочет отключить защитное поле. Что? Зачем ему это делать? Он спятил. Надеется вернуть свою семью. Надо ему помешать. Защитное поле. Боже, он это сделал. Отключил! Справишься? Повторяю. Иди. Сюда! Подаю в отставку. Мы все тут сдохнете. Мы все тут сдохнем. Конденсор не остановить, и поле не включается. Ничего уже не сделать, нам надо валить, пока не поздно. Есть еще один вариант. Скорей, времени нет! Что это такое? Переносное защитное поле. Надеюсь, продержится, пока дойду до конденсора и включу самоликвидацию. Последний шанс закрыть врата. Шанс невелик, но он есть. Ты что, с ума сошел? Все, валим, пускай военные сами свое дерьмо разгребают. Джоди, да? Колпа, последний шанс. Райан? Всегда знал, что умру героем.
солнца в центре купола. Туда никто еще не входил, так что неизвестно, что нас там ждет. Сколько времени у нас будет до самоликвидации? Система не рассчитана на запуск вручную. Взрыв произойдет сразу же. Мы не вернемся.
Они не идут! Хоть я их звал! Ты блуждаешь во тьма! Как и эти души! Скорбь заставила тебя забыть, кто ты! Твои жена и дочка умерли! Их уже не вернуть! Я скучаю! Я скучаю по ним! Может, это еще можно остановить? Ты ведь не этого хотел! И Хелен с Лорой не хотели бы этого! Пояс и уничтожь конденсатор. Уходи, пока я не передумал. Thank you.
твоих выдумок! На этот раз ты у меня получишь! Мы не могли расстаться. Наши души связаны. Я любила тебя. И ненавидела тоже. Ты был частью меня. Ветром, звездами, вселенной. Вечность с Айденом и теми, кого люблю. Жить, любить, чувствовать, стареть. Я столько еще хочу сделать.
мы живы. Айден? С тех пор, как черного солнца не стало, моя память растворяется. Я слишком долго пробыла на той стороне. И это разрушает мой разум. Стирает то, что осталось. Воспоминания перемешались. Они медленно тают. Забываются, как сон поутру. Я не чувствую времени. Уже не знаю, что было до, что после. У меня в голове все происходит одновременно. Словно смотришь один и тот же фильм снова и снова по кругу. Хаос, нагромождение картинок. Я днем и ночью все записываю. Переношу свою жизнь на бумагу. Если я все забуду, страницы заменят память. С момента событий прошло 3 месяца, и расследование продолжается. Власти твердо намерены выяснить, что послужило причиной гибели 283 человек на военной базе Пентагона. Представители руководства заявили, что работают рука об руку со следователями, сообща, пытаясь пролить свет на эту трагедию. В ЦРУ пока оставили меня в покое. Наверное, им сейчас не до того, спешат построить новый конденсер. Они ни за что не прекратят эксперимент. Теперь они знают, что на той стороне. Если честно, мне наплевать. Мне нужно налаживать свою жизнь. Жизнь без Айдена. Сколько я себя помню, я мечтала пожить без него. Одна. Я так хотела стать свободной. Моя мечта сбылась. И как же я теперь несчастна. Как будто от меня отрезали кусок. Все время плачу. Знаю, это глупо. Черт. Я скучаю по нему. Прошли месяцы.
месяца ничего не делания. Я очнулась. Пришла пора начать все заново. Строить новую жизнь. Это было очевидно. В глубине души я всегда это знала. Мне просто нужна была тишина, чтобы услышать это чувство. Я не сразу поняла, как сильно люблю Райана. Я ведь столько времени была одна, что забыла, каково это — любить. Мы постарались уехать подальше. Я заново училась любить. Я училась доверять людям, не прятаться и не бояться. В общем, заново училась жить. Мы не говорили об этом. Как будто ничего не было. Как будто того мира не существует. Как будто нам ничто не угрожает. По ночам я вижу. Страшные вещи.
Я говорю себе, это просто кошмар. Но это неправда. Мы открыли ящик Пандоры, и его уже не закроешь. Нет, это не кошмар. Это скоро случится. Я умирала дважды. Смерть больше не пугает меня. Saturday night, and I'm